Какие? Подсохшие. Подсохшие макароны с сыром. Я еду снимаю на тебя. Хотя, может быть, ясненько. Короче, 10-часовая версия, как Колян жрет макароны с сыром. А сколько макарон-то, блядь, надо? Не сыра, блядь. И туалетной бумаги. Ну, блядь, если 10-часовая, то точно понадобится и туалетная бумага, нахуй. Короче. Как мне обойтись? 11:38, воскресенье, 13 декабря. Монтирую видосий за... О, антитл не сохранил, что ли? Надо сохранить. Сохранить. Так, за 2000... За 6 число. О, Господи. Колян просто в шоке с меня, но он уже скоро осознает, что я видеоблогер. Блогер. Давайте, подбивайте Коляна на то, чтобы он тоже становился блогером. Я в описании, наверное, скину телефон Коляна. Многозначительное молчание Коляна дает понять о том, что хрен у нас еще получится, но мы пробьемся. Да нет, я просто твой телефон на Pornhub приложу. Пусть тебе тоже ребята названивают. Тоже предлагают сняться. По интересам, да. Предложат, может, сняться в чем-нибудь интересном. Кинут предложение, от которого я не смогу отказаться. Кинут, да? Предложение, и не одно, и пару палок тоже кинут. Кинут предложение, от которого я не смогу отмыться, там еще такое. Может, отмыться не сможешь. Зависит от предложения. Так что... Короче, процессия полным ходом. Надеюсь, сегодня уже закончу.